Друзья, всем привет! Сейчас мы находимся с вами в Португалии и едем в дороге. На часах 12:37, приедем через час, считай. Здесь такие горы, класс, и необычные деревья. Все такое очень необычное. Растительность, конечно, тропическая. Где мы тут находимся? Да, мы уехали с Альбуфейра. Едем в какое-то соседнее село, так что хочу вам показать окрестности Португалии. Здесь, кстати, можно встретить корковое дерево. Его здесь очень много. Из него делают разные продукты, например, пробки для вина, или там украшения, или разные другие изделия. Португалия является поставщиком этого пробкового дерева. Так, бегу срочно. Смотрите, горы внизу нет, она вся срезана. А сверху вот такая вот гора такая. Привет, Португалия! Привет, солнечная страна! Привет, радость и счастье! У меня сейчас вот такой вот вид с окна. Горные пейзажи. Здесь растет очень много хвойных деревьев, всяких кустиков очень много. Какой-то домик встречается. Поворот налево, Сильвес Сапейра. Кстати, горы такие интересные. Они какие-то все такие красные. Из камня, что ли? Пальмы, деревья и редкие домики. Таких огромных каких-то сел или городов я еще тут не встречала. То есть максимум потом по 3-4 домика. Есть вот такие вот заброшенные здания. Класс, мне очень нравится этот вид. Такая красивая ровная дорога. Красные обочины. И все равно все зеленое. Природа, конечно, шикарная. Сейчас июль месяц. Очень жарко. Сегодня будет, например, 34 градуса. Вчера был 31 градус. До этого доходило до 27. Такие вот холмики встречаются без единого дерева. Вот деревья все посрубали. Слева корковое дерево. Что, заехать? Такое растение необычное. Ой, пчелки. Очень много пчел. Я прям подошла, тут такой гул. Друзья, сейчас мы с вами остановились вот здесь, вот после дороги. Хотим пойти спросить, что люди делают с пробковым деревом. Класс, розочки. Я так обожаю розы. Класс. Hello. Is here somebody? Так, ну, собачка. Привет. Здесь, смотрите, целый огород. Помидорчики, лук. Здесь просто невероятно жарко. Смотрите, вот здесь вот на заднем дворе можно увидеть целую кучу пробкового дерева. Точнее, коры, которая была срезана. Собачка. Такое вот пробковое дерево.
такой вот домик, беленький весь, красивенький. Так, ну мы идем обратно, потому что мы не хотим ходить по чужому участку без присутствия людей. Хозяевов. Но все равно было интересно увидеть поближе это пробковое дерево, кору. А здесь сарайчик. Такой вот машина вот стоит. Ну, так вот. Земля, конечно, вся сухая очень. Даже вот здесь вот я хожу, такое все сухое. Такое вот необычное дерево здесь. Класс, да? Интересно. Таких деревьев я еще не видела. Такое мягкое. Класс. Привет. Так, сейчас проезжаем вот такой вот город маленький. Какая-то вот кафешечка есть, магазинчики. Людей никого нет. Чересчур жарко, никто никуда не выходит. Дороги везде хорошие. Нет ни одной ямы. Все продумано, все чистенько. Мусора нигде не валяется. Такая вот простая жизнь селян. Друзья, обязательно поделитесь в комментариях своим мнением. Могли бы вы жить в Португалии? Подходил бы вам климат? Было бы ли вам здесь интересно? Друзья, не забывайте, что есть возможность стать спонсором моего канала. У вас будет очень много разных интересных привилегий, о которых вы можете проинформироваться сейчас ниже в описании. Также вы можете отослать мне супер спасибо. Конечно, мне будет очень приятно. Про ямы. Все-таки есть, бывают здесь ямы, но в основном они залатаны. О, здесь такие вот интересные теплицы здесь. Ого. Сено. Так вот собирают. По-моему, это оливковые деревья. Тут целая плантация. О, кактусы. Ого. Вот это вот кактусы. В рост человека. Ого. Подъезжаем к какому-то городку. Но здесь явно такое больше как село. Потому что магазинов нет. Одни домики. О, а здесь вообще какой-то склад или завод даже. Да. Куча пробкового дерева лежит. Такая искусственная гора, да, вот так вот высажена прям рядами. Кустики, деревья. Как-то так не натурально. Да, ну это интересно жить, да, так на горе. Уху! Разгоняемся! О, здесь открывается шикарнейший вид на горы, на местность. Класс. Вид на Португалию.
Так, а что это за деревья, интересно, такие? Ну, плодов здесь не видно. Просто такие листочки странные, с колючками. Так, уже загнала колючку себе. Тут везде одни колючки сплошные. Ура, машина приехала. Не эта, другая, вот эта. Не придется бежать. Здесь, конечно, живем, совершенно другая энергетика.